Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Государственную Думу внесен законопроект, позволяющий тратить материнский капитал на покупку автомобиля. Он должен быть отечественного производства. Аналогичная инициатива, надо заметить, выдвигалась депутатами и ранее, но не была одобрена. Отличий у нынешнего законопроекта несколько. Речь идет не только о новых авто, но и подержанных. Идея распространяется на многодетные семьи и семьи, в которых воспитывается ребенок-инвалид. Срок, в течение которого машину нельзя будет продать, составляет 5 лет. Ранее было 3 года. Парламентарии предлагают внедрить новшество с 1 января 2025 года. Трасса 101. Министерство внутренних дел опубликовало статистику ДТП на российских дорогах за первую половину 2024 года. Согласно ей, число погибших в автоавариях по сравнению с тем же периодом 2023 выросло на 0,5% и составило почти 6 тысяч человек. Количество пострадавших снизилось на 2%, 70 тысяч 400 граждан. Наиболее аварийным регионом признана Москва. Меньше всего ДТП зафиксировано на Чукотке. Самый большой прирост дорожных происшествий, почти плюс 60%, зарегистрирован в Ненецком автономном округе. Трасса 101. Первую партию автомобилей «Лада Искра» «АвтоВАЗ» обещает выпустить ближе к концу 2024 года. Это будут 70-80 машин, которые разойдутся по дилерам в качестве демонстрационных экземпляров. Массовое производство новинки должно стартовать в начале следующего года. Как сообщалось ранее, в модельном ряду Волжского автозавода «Искра» займет место между «Грантой» и «Вестой». Ценник тоже будет где-то посередине. Модель получит 90-сильный либо 106-сильный бензиновый двигатель. Трансмиссия в базовой версии будет механической, а в максимальной – автоматической. Типы кузова – седан и универсал. Трасса 101. В России начали продавать еще один электромобиль из Китая. Внедорожник iCar 03, бренд принадлежит компании Chery, предлагается по цене от 3,5 миллионов рублей. Модель имеет полный привод. Совокупная мощность двух электродвигателей достигает почти 300 лошадей. Запас хода около 500 километров. Автомобиль обладает брутальной, угловатой внешностью. В салоне нет ничего лишнего. Управление большинством функций осуществляется через сенсорный дисплей диагональю без малого 40 сантиметров. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».